нас появился план. Мы захватим караван речных торговцев и на буксире проберемся на мост. Но пока караван не прибыл, полковник разрешил мне отправиться за пассажирским вагоном, о котором рассказала Катя. Для этого нужно сначала попасть в терминал и забрать оттуда дрезину креста. Неплохая возможность получше разведать окрестности. Привет, друзья. Привет, мои хорошие. Если ты смотрел... Если ты смотрел прошлую серию, ты знаешь, что мы отправились как раз за дрезиной, чтобы угнать, ну или просто пригнать поезд. Чтобы новая женщина с ребенком, ну и все остальные ребятки в комфорте более-менее путешествовали туда, куда, собственно, мы едем. Так что давайте начинать. Погнали. Итак. Здесь мы очистили. Собственно, вчера, если ты смотрел, ты это мог все прекрасно сам видеть. Давайте подкачаем фонарь. Но мы, по-моему, днем путешествуем, поэтому здесь фонарь нужен только в помещениях сейчас. Ладно, да, сейчас день, мы идем туда, куда мы идем. А это как раз-таки туда. Пошли. Пацанов, кстати, освободил здесь. Вон там отдыхают. Говорят, я пока... Типа мы пока посидим, поэтому не переживай за нас, мы вернемся. Поблагодарил 20 тысяч раз, и все хорошо у нас. Ну, залезь. Еще раз проверяем туда, куда мы идем. А мы идем, собственно, туда, вон туда. Пойдем. Я не знаю, правильно мы идем. Тихо, ёб твою мать, кусок ты гов... Да в смысле ты опять сдох? Блять. Я не понимаю эту игру. Блять, у него эта высота была даже меньше его роста. Меньше его роста он сдох. Нормально это? Я думаю, это вообще бред. Полнейший бред. Кошмар. Вот как можно умереть с высоты собственного роста? Да никак. Нормальный человек не умрет. Я хочу быстро выйти из этого помещения. Тут как бы не очень приятно пахнет, понимаете? У меня аптечек нет. Это вообще печаль. Кстати. А мне далеко, да, бежать до... Да нет, недалеко. Пошлите, сделаем аптеки. Я надеюсь, у меня есть из чего их делать. Наверху ж там, да, наша сторожка. Я вижу, слышу, чувствую. Хорошо, хорошо, молодец. Радиэйшн. Подожди, а может быть... А, вон он же стоит, ёпарс-то. А, ну все правильно, там вода, я обижал воду, все верно. Все правильно. Да пошел, слышь. Надо срочно убегать отсюда. Надеюсь, ты не сдохнешь, пока бежишь. Давай, в вагон и вперед. И все будет прекрасно. Что ты сделал? На С присел, что я сделал. Давай попробуем сделать аптеки. По-моему, у меня что-то было для аптек. По-моему. Не факт, но по-моему было. 4 аптечки, прекрасно. Так, это надо тоже сделать чуть-чуть. Вот, все, да? Да, потому что я далеко отправляюсь, и мне как бы надо. А, знаете, что я не сделал? Я не сделал вот эти патрики. Вот. Для дробаша. Так, давайте сделаем... А, все, шарики максимум. Прекрасно.
Окей. Спасибо. Теперь мы пойдем дальше. Теперь мы F5-очку нажмем и идем с вами. О, кальян? Здорово. Я не люблю кальян. Если ты любишь кальян, то лайкосик с тебя. Что я заметил кальян. Мало кто замечает. Да, я бел, что кидать. Понимаете? Играешь в игрушки, вроде бы как везде Ctrl, да, приседание. А потом включаешь другую игру, а там C. А потом включаешь третью, а там опять Ctrl. И вот так, когда записываешь, часто записываю много игр подряд. И... забыл. Ага, отличненько. Насколько я понимаю, он одной аптекой лечит сразу все. Это очень удобно. Так, а что здесь было? Подожди, здесь? Вот я прям вот здесь спускаюсь. А, так вот, вон. Ой, там их дохера. Там их дохера. Тут только в голову, если попадать. Ты дурак? Ну ты не можешь через рису перешагнуть. Ну что ж такое с вами, игрушки? Ну, реально, тут только в голову попадать. Есть контакт. Не понимает, где я стреляю. Но это долго. Это крайне долго. Ты понимаешь, да? Что это очень долго. Убивать их-то вон они свора. У них реально свора. Нет, я уже... У меня нету кемперки. Это херово. У меня нету кемперки. А задание там есть. А что там на этом задании-то вообще? Как-то... Как вот что посмотреть-то на этом задании? Хорошо. Вот что такое три этот вопросик? Ладно, это скорее всего какая-то это... Скажите мне, я вам скажу. Какая-то дополнительная миссия. Мне кажется... Нам надо вон туда. Вон. Вон она, по-моему, стоит, эта дрезина. Вон она. Мишку девчонки я, может, не найду. Ну да, это особо не повлечет ни на что. Так, это переключатель... Что? Артём, к мосту пока не суйся, подстрелят. Они там такие фортификации развели, крыса не проскочит. Да? Там снайпер, я помню. Почему пока? Там сидит... Это что такое? Это кто-то бегает там? Ну реально. Подо мной, да? Под мостом. Охренеть. Так, ладно. Да залезь. Да ты. Вот. Причина моего... Я не могу залезть, вот просто перешагнуть через камушек. Прекрасно. Все, безоговорочно, все говорят о том, что эта игра очень забагована. Она очень кривая. Ну, причина здесь одна. Разработчики очень сильно торопились ее выпустить. Чтобы, ну, то ли похвастаться, то ли похвалиться, то ли еще что-то. То ли бабла заработать, что, скорее всего, третье это самое... Адекватное объяснение всего. Давайте постреляем с нашего дробаша. Здорово. Почему ты два раза стреляешь? Плохо тебе? А можно мне кью? Спасибо.
Да, слышь! Уебу сейчас. Долбоёб, блядь. Вот вы конченые просто. Реально крысы, это крысы. Ну, а и припасы где? Ага. Хорошо. Так я здесь был. Я здесь, я здесь был, здесь крысы. Тут надо просто их уничтожить, что ли? Что за бред? Нахера я сюда шел? Костер, который потушен. О, смотри. Дневник. Хорош. Так получается все, что ли? На карте поменялась метка на крыс. Или это что, просто типа был знак вопроса, что там узнать, а потом появляется, что там? Наверное, так. Логичное объяснение я не могу придумать. Ну, типа, да. Теперь мы идем туда. На завод. И самое дальнее это, скорее всего, и будет. А, Мишка, вон у нас где. Нихера себе, вы что, больные, что ли? Это очень далеко. Это капец как далеко. Хотя, может быть, по карте кажется далеко, а так не очень. Что? О, пацаны. Вы дураки? У меня какой-то двойной клик появился на мышке. Вас там трое было? Придурки. Нет, он бегает. Сохранение прошло. Прекрасно. То, что надо. Перезагрузи патроны. О, у меня... А чё у меня такое ненакаченное? Всё. Хорош. Тихо, спокойно. Музыка, заканчивайся. Какие вы глазастые. Так, подождите. Так, а где вы? Чушкана. А, вон он. Хорошая винтовочка. Прям хорошая. Там уже и монстрики орут. Так. Вроде все. Или нет? Ой. Пописали. Сохранились. И... Идемте посмотрим, что там есть внутри. Хорош. Главное сохраняться. Потому что часто забываем мы сохраняться с вами. Ну, я, по крайней мере. Ты, конечно же, сохраняешься часто, я знаю. Орут. Монстры орут. Это не очень приятные звуки.
Сейчас, вот этих ребят. О, их тут трое. Ну, а где оружие твое? Вашу ж мать. А твое? А, вот оно. Великолепно. Пойдемте в дом спрячемся, потому что здесь эти монстры орут, и мне как-то некомфортно. Честно говоря. Тебя я все подобрал, да? Сохранимся еще разок. И вылечимся, потому что я что-то коцнутый. Хорош. Пошли. Это кто? Это чувак? А это тряпка, ёб твою мать. А это что? Сумка с ножами. Прикольно, чё? Задумочка. Молодцы, молодцы. Так, эта коробка не открывается. Сейчас полутаемся у пацанов. Молодчики хорошие. Так, здесь чисто. Красава. На картах или не на картах? Вот в чем вопрос. Пойдем на картах. Так, подожди, это все? Это один этаж с кучей лута, да? А где Миха? Миха Михайлович, Михайловский. Он далеко от меня. Так, здесь все? Да, здесь у нас, собственно, все. И мы идем вон туда, на красную. Или пойдемте за Мишкой сходим. Просто ночь. Я уж не знаю. Блин, а там переплывать. Нет, я иду... Я иду туда. Тут наверх есть ли... Тут есть наверх лестница, смотри. Точно, пацанчик наверху уже пойдем. Возьмем дробаш, выключим фонарь. Подожди. Ни у кого ничего нового нет, к сожалению. Только всякий хлам. Который у меня уже есть, к счастью. Консервный. Да, он просто здесь был один. Точно. Так, я надеюсь, я в дожде не умираю. Ой, простите. Нам вот сюда. Я же здесь опять умру, да? Это 100%. Слушай, ты спецназовец, ты должен так... Вот так по лестнице спускаться. А не, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ты чего это? А, этого я лутал. Этого я лутал. А нам сюда. Тут тоже какой-то дом и какие-то люди. Ебать. Кого-то задрал. Ага. А вот и лодка. А вот и лодочка, лодочка, лодочка. Почему не берется это? Почему? Есть кто дома? Ебать. Никого дома нет. Значит, мы будем все это обворовывать. Стояк. Верстак есть? Есть. Сейчас мы это... А, спать. Прекрасно. Мы сейчас поспим. Или можно не спать. Может, Блин, ну просто дождь. Я не хочу под дождем идти. Давайте сделаем кое-что. Мы же потратили там вещи. Три аптеки. Эти. Вот эти. Максимум, да? Максимум, максимум. Отлично, это тоже максимум. Все, прекрасно. А, так можно аптеки еще сделать.
Хорош. Четыре аптечки. Так, здесь что-то получить. А, я ж в прошлый раз что-то так и не разобрал. О, у меня нихера, смотри. Бронька новая. Да ладно. Это я теперь могу вот так, да, делать? Патроны под... Суши. Под... Под сумки. А что лучше? Ну, пускай будет это. Она же типа дальше. Пускай будет. Так, здесь ничего чистить не надо. Здесь у нас все прекрасно. По оружию что? Мы вот это добыли. Стабильность лучше. Да нахера мне твоя стабильность? Опачки. Это др... Нет, зачем? Это мне не надо. Вот что. Вот куда надо поставить вот это. А, так он не ставится туда. Хорош. Подожди. А зачем мне на дробаш ставить коллиматор? Что за бред? Зачем мне на дробаш ставить коллиматор? Что-то кто-то придумал, блин. Охренеть. Ну ладно. Чисть. Так. Разница какая? Этот прицел сделает... А, ставь. Окей. Так, здесь что? Этот стоит. Этот стоит. Этот чистим. Чистый. Особо из него и не стрелял. Прекрасно. И на нашу винтовочку. Она вот чистится тоже прекрасно. Здесь все стоит. Я бы, конечно, коллиматор поставил на этот... На калаш. Просто очень неудобно. Сохраняйся. Все, дождя нет, пойдемте, пойдемте, пойдемте. Я не буду, я сейчас по дню пройдусь туда. Всех по... Вашу ж мать, раки вонючие. Итак, смотрим. Так а что, это лодка. Взять лодку и поплыть к этой. За мишкой. Пойдемте. Ну это опять, ты понимаешь? Это опять эти раки. Это был дом. Это мне сейчас оплыть и направо. Давай, давай. Как же ты медленно плаваешь? Вашу ж то мою мать. Хорош. F5 нажми. И карту открой. Хорошо. Далеко. Очень далеко. Не бежать через все пространство это. Это крайне далеко. Я, конечно, понимаю, что за это я, может быть... как бы за это мне могут простить все мои грехи по убийствам людей. Но не факт. Конечно же. Ну, пойдем спасем Мишку. Почему нет? Делать нам больше нечего, как спасать медведей. Меховых. Ну это же ребенок, с другой стороны. Если ты не отец, ты не поймешь. Ну, просто то, что я сейчас могу нарваться на твари на этих и потерять все, что я сейчас посоздавал. А мне вон туда. Подожди, а зачем перешел через забор? Не надо. Пошли по краешку. Пойдем по краешку. Идем, слушаем монстров, слушаем природу, ворон, еще кого-нибудь. И внимательно, внимательно. Опа, ну вот рюкзак же, ну почему бы его нельзя взять? Ты как, дела у тебя? Они тут как-то с кем-то перестреливались, что ли, охереть. Или их просто чуваки эти, раки, или вот эти вот их крысы сжигают. Педокрысы. Пойдемте. Нам до мишки немножко осталось. Сохранюсь. Потому что здесь... Опа. Смотри, стоит.
Винтовка вообще четкая. Пускай она, блин, пневматическая, но она охеренная. А ты не можешь залезть? Ты дурак. Артём, ты болван. А, несчастный. Так, погоди, а это что? А это мне надо? Пописим. Главное много писать. Ага, нам туда чуть-чуть левее. Что за звук? Ебать, что это? Хорош. Кто это? Это что-то какое-то большое. Это что-то большое реально. Или это тот же, которого я сейчас убил только что, да? Или он на крыше? Он на крыше, по-моему. Педобир. Он реально, по-моему, на крыше. Так, знаешь, что надо сделать? Вот что надо сделать. Так, домишки осталось совсем чуть-чуть, нам надо вон в то здание. Что, я сохранюсь, и мы идем. Я и ты. Только смотри, если что. Свести. А, это вот эта тварь. А, да, ему мне похеру на него. Он не особо жуткий. Не особо страшный. Летает и летает. Бэтмен. Ты дурак? Только что про тебя сказал, что ты добрый. Так что не... Ой, тут лужа. Так, спокуха. Где здесь эта карта? Карта дурацкая чуть-чуть на самом деле. Хотелось бы, чтобы она была где-то справа или слева, чтобы я видел, где я нахожусь. Постоянно открывать карту. Ну, как бы это реализм, тетя твою мать. Сейчас все хотят быть реалистичными, понимаете? Ой! Там, я думал, нету лужи, а там лужа огромная. Ой-ой-ой-ой-ой, а как же мне здесь перейти? Вот по этой хрени идти надо, да? Да. Скорее всего. Тихо. Грибы. Перелазь, Артёмка. А ты можешь как-то поадекватнее себя вести? Я здесь могу пройти? По-моему, нет. Смотри, там глубоко. Охеренно. Да ты сейчас что сделал? А, ты залез, красавчик. Молодчик. Мы залезли, ты и я, и мы с тобой. Забирай грибы. Грибы — это нужная вещь. Это химия, типа. Которая меня ждет через неделю опять. Погодите, я вообще туда лезу? Ну да. Где-то здесь. Ёб твою мать, что это? Я что-то туда не хочу. Блин, полчаса мы ищем медведя. Охереть. Ну не полчаса, но быстрее. Но просто идем долго. О, это логово говна этого. А как мне туда залезть? Никак? Никак.
Ты дурак? Ну тут и реально ты спецназовец, ты должен лазить вообще зубами везде. Так, сохранись, пожалуйста. Ты сохранился? Ой, не сохраняется. Охеренно. Охрененно, и чё? Подождите. Как мне к нему пробраться? Я все понимаю, все прекрасно. А. Так нет. Ну, дурачок. Нет, он туда не залазит. Окей. Попробуем с того места, где я только что прыгал. Потому что тут, скорее всего, и надо залазить. А, так вот. О, это я дурак. Это я дурак. Так, он улетел? Что это за говно? Давай, быстрее, Мишка, забирай, сука, блядь. Артём, ебать тебя в рот. Долбоёб, блядь. Все, спокойно, забрали и ушли. Где тут спуск? Отлично, осталась нам дрезина, ребятки. Ты сейчас сидишь, смотришь, на нахереваешь, да? Еще раз тебе говорю. Как это? Без боя. Я без боя. О, там какая-то свинья лежит. Он плачет от того, что медведя я забрал. Надо уходить. Это плохо. Это тоже ребенок, наверное, только вот такой, драконий. Драконий ребенок. Сохраниться можно? Да, прекрасно. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Один мертв. Черный какой-то, смотри. Итого, у меня еще одна появилась метка. Теперь мне хер знает, куда возвращаться. Это просто пипец. Это очень далеко. Главное, патроны не терять. Это здесь самое ценное. На самом деле. Нет, ну только не падай, в смысле. Спасибо, что ты залазишь на заборы, придурок. Это что сейчас было? Я чуть не обосрался. Прыгаю, и кто-то за мной орёт там. Окей, мы идем. Ну да, туда к лодочке идем. Че вы думаете? Сейчас туда доплывем и пойдем дальше. Убивать снайперов и забирать дрезину. И на этом серия сегодня закончится. Мы спасем. Мы заберем дрезину, отдадим припасы, которые нашли. Гитару мы нашли с тобой. Мы нашли с тобой Мишку. Забрали ее по стелсу. Забрали Мишку по стелсу. Практически. Не привлекая внимания, не... О. А где еще? А, вон он. Ты меня не видишь, что ли, дурак? Хорош. Я потом прыгает и не попадаю в голову. Мне тяжело стрелять. Если кто не знает почему, ваши проблемы, ребят, ваши. Чаще надо бывать на видосах. Чаще надо бывать на стримах. Общаться надо со мной. И будет все очень, очень, очень круто. Так, домик. Я, возможно, ем. Возможно, ем. Так, это кто такой? Это труп. И это не человеческий труп. Прикольная стелс-миссия. Практически стелс. Ну, почему практически?
Да, практически. Против людей получился стелс. Против этих голожопых тварей тоже стелс. Потому что, ну, только там чуть-чуть дробаша себе позволил. Ну, а с кем не бывает. Хочется яркого, ярких впечатлений, понимаете. Понимаешь? Тебе же тоже хочется ярких впечатлений. Поэтому ты ждешь Новый год. Вот такие дела. А вы кто? Подожди, а вы кто? По-моему, это нормальные чуваки. Ну, психи несчастные. Да это я. Здорово. У вас нормально все, пацаны? Никто не обижает? Да нормально. А чё бед-то? Я это, мимо шёл. Ты смотри. Оружием пугает. Да никого не пугает, вали. Электроборцы. И сюда пришли с электродемонами биться. Думаешь, человек? Ты, я гляжу, человек приличный. Я чувак. Да, я да. Оружие спрятал. Да веру нашу уважаешь. Конечно. Но говорить нам с тобой сейчас некогда. Да я не говорю. Мы воины-подвижники. Электроборцы. Испытание у нас. Электродемонов верою побороть. Вот ставим святые обереги. Дело сложное. Ошибемся, до утра не доживем. Да и молитвы верные прочесть нужно. Так что уходи лучше. Спасибо, что по-человечески ведешь себя, но... Опасно неверному тут быть. Да нас своим неверием погубить можешь. Пожалуйста, пацаны. Смотрим на него, братья. Трудимся со святой молитвой. Нам еще многое сделать надо. А что испытание из-за черта этого сложнее нам вышло, так на то воля Божья, так Господь веру нашу проверяет. За благословение твои великие, Господи. Боже, я пошел. Это все, это все ерунда. Я офигею. С летающими вот этими электрическими Бэтменами они борются иконками своими, картинками, понимаете? Это даже не иконы, это картинки. Просто какие-то руны, непонятно вообще, что это за придуманная религия. Каждому свое, короче, пускай занимаются тем, чем им нравится. Вот, собственно, и все. Так, здесь я везде все пролутал. По-моему, да. Или нет? О. Кто жрет свинину здесь, я не понял. Книжек куча. А, так это их этот домик. Но здесь я ничего взять не могу. Ладно. Сохранение было, кстати, да, я пошел дальше. Ну, нахер тут сидеть. А где моя лодка? Бритая пилотка. Туда я не попаду. Я там, по-моему, ничего и нет. Где лодка? А, вот там. Еще немножко. Или я ошибаюсь? Да нет. Стопэ. А, так вот, да, все правильно. 2 метра не дошел. 2 метра не дошел. Итак, мы под покровом ночи. Сейчас с тобой. Попробуем. Туда прорваться. Итак. Где моя лодка? Вон она, моя лодка. Косяк, знаете, в чем? Что я думал, что... Блять. Какая же ты кривая. Какая же ты, блять, кривая игра. Это просто идет слов нет. Где он? Плыли. Под покровом ночи. Туда. Вон туда. Да плыви! Боже мой, Артём. Какой же ты нелепый. Просто вон туда. Просто вон на светящийся объект. Давай, мой хороший.
Ну не застревай ты в стенах, ёб твою ж мать, а. Шифт не помогает. Он плывет так же медленно, как и плыл. Надеюсь, что все спят. Здесь мы были с вами сверху. Там все закрыто. Плывем мы, значит, с вами здесь. Как раз по той же кислоте, которую я вам говорил, что туда я не ногой. Но в лодке можно, что нет-то. Как бы это не кислота, конечно, но все равно облучаться тоже неохота. Я надеюсь, все спят. Все охранники, все сторожа, все бандиты. Сколько их здесь, я не знаю. А вот она, дрезина, да, это стоит. А, так тут не люди. Тут не люди. Тихо. В воде никого нет, да? Ну-ка, пойдемте вот, вот так сделаем. Вот она, да, наша цель. Вы где, придурки? Как-то, да, как бы он меня заметил, но ничего особо не предпринимает. А может быть, он меня потерял? Чуть-чуть подплывем поближе. Ну, нам по любасу надо туда, к костру. Тихо. Бери калаш. Ой, этот калаш. Дробаш. Сохранение типа, да? Так, а у тебя что, есть ничего? У тебя ничего нет. Ну, пойдемте. Сохрани, пожалуйста. Я не хочу 20 раз плавать. Он не сохраняет. Он не сохраняет. Ёб твою мать. Это та огромная рыба, которая плавает. Ну, в смысле, которая... На которую тут все молятся. Дебилы, блин. Что-то мне кажется, что сейчас тут драка будет. А мне туда? По-моему, да. Вы нашли гранату, удерживайте С, чтобы выкинуть... А-а-а, ну конечно. Драка. Твою мать. Да это короче, это обычно огромный сом. Все. Обычно огромный... Ой, хорош. А. Да. Я вообще-то перезаряжал, сука, ты тупая. Ты можешь быстрее перезарядить? Спасибо. Напали. Ты посмотри, какие твари. Я почему-то думал, это рыба в меня плюется. Тю. Охренеть. Не встать. Так, что здесь нажать? Это что, подождите. На-на-на-на-на-на-на. Пока все хорошо. Пока все хорошо, дружок. Но рыб... Но рыба... Очень странно махнула хвостиком. Прямо-таки странненько. Чувствую я... О, по бинокль еще один. Ну, бери. Такой же точно или... А, с ночным видением, смотри. Ха! Забавно.
А, это прибор ночного видения. Тю. Включается как фонарик, типа вместо фонаря. Феф. Ну да, это молится на эту рыбу вонючую. Обычная рыба, обычный сом сом переросток. Где? Что тут? Кассетка. В основном накапливается в иле, и вследствие этого оказывает наиболее сильное влияние на бентосные организмы. Активное вещество вызывает серьезные патологии развития в молоде моллюсков и ракообразных, приводя к их быстрой гибели. Однако мальки сама в опытном резервуаре за время эксперимента нисколько не пострадали и, напротив, по темпам роста превзошли контрольную группу в 4 раза. На пелагические виды рыб вещество, похоже, практически не влияет. Окунь и плотва показали незначительное повышение темпов роста без негативных эффектов. Я же говорю. Понятно. N надеть, F выключить, включить. Хорошо. Сохрани. Так. Ну все. Я прям жопой чую. Сейчас будет драка с этим монстром. Типа. Мумии лежат. Подожди, а там что? Это кладбище. Это все, кого убил этот придурок. Сом. И они, получается, его специально, что ли, это выращивали? Придурки, боже ты мой. Какой-то эксперимент, скорее всего, да? Нашел приклад, по-моему, новый. Окей. Я офигею с людей. Вот люди, почему вам не имется? Почему вы думаете постоянно всякую хрень, которая потом вас же убивает? Дебилы, блин, боже мой. Так, рыба там, рыба здесь, люди тут, люди там. Шарики за ролики. F5. Так это дверь. Ага, она закрыта. Окей. То есть я ключ получу из пасти сама. Мне это ночное видение вообще как-то... Это тратится или нет? Сама батарея или что там вставлено? Кажется, нет. Все, идем обратно. Или здесь некуда обратно идти? Мне кажется, сейчас будет драка, да? А, так вот же, вот и дрезина-то. Зачем мне этот сом? Сядем да поплывем. Так, погоди. Стоп. Я еще не все собрал. А, так все, тут собирать-то больше нечего. Ну, давай. Хорош. Я могу ходить. Ключ, наверное, у него. Нет? Нет. Где-то надо ключ, видимо, найти для дверей. Я же говорю, а может быть, у сама из пасти выпадет. Не знаю. Банку консервную. Сейчас будем кидать банками. Здорово. Ой, ты внизу? Придурок. Больно? А чё ты не умер-то, алё? Вот даёт. Я-то думал, ты умер, а он встаёт. Лежал бы, да лежал, жив бы был. Так, окей, включай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!
В смысле? Держись, блядь. Артём, я тебя сейчас уебу. Хорош. И что я должен в воде делать? Ты ж не амфибия. Так. Хо-хо. И я сейчас вот как бы где? Артём, прием. Твой сигнал пропадает. Там в терминале железа до бетона страшно дело. Экранирует. Железо экранирует. Так, ну по крайней мере ок. Ножи все пособирали. Тут уже кто-то был до меня. Кто-то что-то... Может, вы мне ключ дадите от двери, ребятки? Я и как раз все сделаю. Куда вот я шел? Я туда... Ну я туда и шел вроде, да. Его как-то надо убить так, чтобы он никогда больше не проснулся, эта тварь. Где еще грибы? Артём! Да я слышу вас. Артём, чё ты не отвечаешь? Опа. А это зачем? Тихо. Да что зарядить? Иди нах своей зарядкой, блядь. Пробуем по стелсу проходить. Просто пробуем по стелсу, ребят. Потому что патронов у меня очень мало, а аптечек вообще нет. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Я тебе в голову попал, не ори. Нет даже, понимаешь, тут нет даже мест, где можно как-то приныкаться. Их просто, блядь, нет, этих мест. Так где? Только что рюкзак был. Ага, спасибо. Идем аккуратненько, никого не трогаем лишний раз. Я его родственник. Так, чувак сидит. Он меня ждет. Спасибо. По сути-то я... Мне... Артём, я въебу сейчас. Просто, блядь, Вот он застревает, понимаешь? Просто застревает в болтиках. А вот эти, меня вообще вот эти вот растения поразили, это капец. Это же ужас. Так, что здесь делать надо? Я практически пришел. Только смысл. Качаем. Посмотрим, куда нам идти. Куда нам ползти. Туда точно не надо ползти. И как я должен угонять, собственно, дрезину, если она разрушена? Ладно, сейчас разберемся. Туда точно, да? А, надо, смотри. Сейчас, по идее, заговорить рация.
Или нападет опять рыба на меня. Да, что-то появилось. Выключи. Да, что-то надо включить, крутить, вертеть. Понимаешь? Сейчас будем крутить и вертеть. Еб твою мать. Тихо, залезь сюда. А залезь сюда нельзя? Ага, залез. Слава яйцам. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ебать, это крокодил! Стой! Дурак! А его убило? Да, бля. О! Все? Я выполнил задание? Да ладно. Ты серьезно? Да ты серьезно? Ты серьезно сейчас? Его пришибло? Придурка этого. Залезь. Да жив. Да жив, твою мать. Заткнись уже. Аня. О, я вышел на свободу. Охренеть, слушайте. И чё? И чё? Нет, я все понимаю. А как? А как дрезину доставать? А, крутить снова надо, да? Так, подожди. Она же разрушена, к чертовой бабушке. Вот эта вот херня. Ладно. Давай еще разок. Ну да, все четко. Слушайте, метро 2033. Крокодила реально четко сделали, да? Ну, в смысле, забахали. Охренеть, очень сложная миссия на самом деле. Где тут вход? Погнали. На пароходе. На теплоходе. Как угодно. О! Ты еще и тепловоз можешь возить, да? Тин-тин-тин-тин-тин. Транзистор. Предохранитель. Погнали. Поехали. Давай, нажимай, нажимай. С кем-нибудь манда еще ворвется сюда. Прекрасно. Чё, блять? А, назад. В смысле? Я сейчас, он не едет никуда. Чего? А, держать надо, ёпарасы. А я буду что, назад ехать? Жопенцы? Ну, так неинтересно. Ха-ха, серьёзно, а как? А где зеркало? Живой, живой. Давно меня не было, да? Папа, ну хватит уже. Артём там, небось, не загорал. Еще бы. Ну как, Варя? Достал дрезину? Да, слышу, слышу, трахнет, родная. Ай, молодца. Теперь тебе к лугиномойке надо. Только ты уж там того, аккуратнее.
Так, погодите. Я их пяточку нажму. Мне бы где-нибудь аптечки сделать, пацаны, вы чё? Фух. Охренеть. Так, здесь, видимо, надо пути переключить, правильно я так понимаю? Только вон аж где. Я не доехал. Ну да. Я чуть-чуть не доехал. Просто задом как-то ездить, сами понимаете. Погнали. Чё, всё? Ага. Теперь мы пути переключать будем, я понял. Теперь чуть вперед и вот по этой линии поедем дальше. Все хорошо. Так, где здесь переключалка? Ну. Хорош. Не-не-не, Вася, не надо. Теперь можно вперед. То мы сдавали назад, теперь мы поедем четко вперед. Тут же нет право-лево, тут есть только вперед. Опачки! Прекрасно. Так, стопы. Поехали. Заделаешься здесь вагоновожатыми, машинистами, кем только не заделаешься. Почему кресло только туда смотрит? Оно, по идее, и туда, и сюда должно смотреть. Странно, ну ладно. Тихо, тихо, спокуха. Поехали. Тан-тан-тан-тан. Тан-тан-тан-тан. Стук рельс — это прекрасно. Под него очень прекрасно спится. Ну, не можно спиться, а спится... Что это? Со снами, я имею в виду. Хотя бы зеркало заднего вида повесили, было бы так. А то спиной ехать — такое себе удовольствие. Бандиты. У меня нет здоровья для вас, пацаны, честно. Ебать. А может быть, эти крысы придут ко мне на помощь? Охуенно. Ладно, ребятки. Давайте закончим на этом. Потому что я здесь уже не пройду. Это мне надо будет переигрывать. А переигрывать я буду завтра. Сейчас уже 4 час утра. Мозги вообще не соображают. Всем спасибо. Всем пока.